Отметка ниже нуля внесла определенные коррективы в жизнь автомобилистов. Еще бы, теперь ехать приходится медленнее. Того и гляди, попадешь на ледяной занос, последствия которого иногда могут быть самыми плачевными. Одной лишь бдительности в этом случае недостаточно. Именно поэтому с 1 по 10 декабря госавтоинспекция проводит профилактическую декаду «Зимние шины для безопасности машины», направленную на пропаганду эксплуатации транспортных средств на зимней резине. В период времени с 1 по 10 декабря госавтоинспекция на территории всей области проводит профилактическую декаду под девизом «Зимние шины для безопасности машины». Мероприятие носит пока профилактический характер. 16 января транспортные средства должны эксплуатироваться только на зимних шинах. В настоящее время это пока рекомендательный характер. Однако, если вы станете виновником дорожно-транспортного происшествия, то к вам будут применяться самые жесткие меры административного воздействия. В профилактический рейд вместе с сотрудниками госавтоинспекции отправились и представители автосалона «Мультикар». Водители остановленных транспортных средств не штрафовали, а только предупреждали о том, почему важно перед морозным сезоном переобувать свое авто. В качестве напоминания о встрече на дороге водители получали памятные подарки. Зимняя резина зимой дает намного больше эффект при торможении, и даже не только на льду или снегу, а даже на чистом асфальте. Потому что летняя резина при температуре, начиная примерно с плюс 7 градусов, перестает работать как положено даже на асфальтовом покрытии. Зимние шины на автомобиле пока мера рекомендательная. Однако уже совсем скоро, в январе 2015 года, халатное отношение к себе и другим участникам дорожного движения будет пресекаться законом. Проведенный рейд показал, брестские водители беспокоятся о своей безопасности, а значит, на дорогах зимой будет спокойно. Начинаются первые морозы, первый снежок. Каждый сезон меняю, чувствую себя уверенно. Считаю, что это оправдывает затраты. Анастасия Ноздрит, Плотницкая, Виктор Халявко, Антон Луговкин, телекомпания «Буг-ТВ».